Всем привет, чувачки, с вами Мелоскал. И сегодня у нас будет реакция на шортс. Почему-то я никогда не делал реакции на шортс. Странно. Поэтому сегодня мы зайдем вот в эту вкладочку. Раньше здесь была вкладка в тренды, но теперь тут шортс. И посмотрим, что это такое. Если там что-то кринжовое по типу лайка. Так что, если вы еще не ставили лайк, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь. И погнали. Кстати, смотрите, а у меня теперь есть шортс-канал. Я создал шортс-канал, на котором я буду выкладывать разные шортсы. Тут будут шортсы выкладываться, которые не будут в ТикТок выкладываться там, в какие-то другие приложения. То есть тут будет такой контент, который не везде будет. Так что обязательно подписывайтесь, называется Милс Шортс. Я еще придумал кое-какую новую рубрику, так что посмотрите. Думаю, она вам очень понравится. Ну что, поехали. Пока что что-то миленько. Я надеюсь, что тут будет меньше кринжа, будет больше вот такой милоты какой-то. What? One plus one. What? Вот милота. Потому что в лайк, если заходишь, зайду-ка я в лайк. Интересно, что мне сразу попадется. Это первое видео, смотрите. Это первое видео, когда я зашел в шортс. Довольно-таки мило, да? Школьники парят. В общем, вам понятно, да? А тут сразу так мило. Это Мистер Бист. Это реально, кстати, канал Мистер Бист? Шортс даже Мистер Бист снимает. Откуда здесь видео Полины и почему здесь 42 тысячи лайков? Кто-то просто переложил видео. Годное видео, очень хорошее видео. Мне очень нравится, какая красивая девочка. Никогда раньше не видел, но такая красивая. Погнали дальше. Ну, слушайте, пока что чудесно. Такой контент как будто можно и позалипать. Так, у меня очень много американских, потому что я в Америке нахожусь, и мне тут, видимо, подбирают какие-то американские тиктоки. Я их буду пропускать, но они очень хорошие. Вот типа таких. Ну, очень красиво смотрится, да? Попробую я, типа. Котик. Лапкой. Это было будет все кринжово, на самом деле. Когда шорты только начали тут, типа, рубрику сделали, там один кринж был. Я, типа, в шорты не заходил, я зашел один раз такой. Я думал, там даже реакцию нечего снимать. Я тут прям лапкой там что-то рисует. Нуб. Нифига себе, нуб. В смысле нуб? Нормально играет, я чувствую, достойно. Мне очень нравится. В смысле нуб? А, ну это про уже играет. А, ну... Ну, типа, я про. Вот, я про. Я хочу сделать стрим, потому как я буду играть в Майнкрафт. Я сумасшедший, честно. Я не знаю, кому это нафиг надо, но хочется стрим устроить. Я вам отвечаю прямо. Раз в год каждый пацан хочет пойти играть в Майнкрафт. И раз в год этот пацан пойдет играть в Майнкрафт. Я уже год не играл в Майнкрафт, реально. Так, тут какие-то странные видосы тоже попадаются мне. Шортс не знает, что мне нужно, и он мне предлагает все, но это так прикольно. Почему это так залипательно? Я просто... Это так прикольно. Тупо сахар. Ой, я засмотрелся. Рипфлай. Нет! Муха, нет! Ладно, не умерла, и то хорошо. Блин, я думаю, реально покажет, как муху убивает. Майнкрафт и Найхай. Что? Блин, я хочу такой Майнкрафт. Это Майнкрафт, если бы работала физика так, как должно быть. Нормально. Нормально. Новый забавный мем набирает популярность в ТикТоке. Что мне предлагает YouTube посмотреть? Мем двухмесячной давности. Новый популярный мем набирает оборот. Мем про Бургер Кинг, говно, серьезно. Есть, кстати, такой мем, то что типа YouTube Shorts это как одноклассники. Типа мемы, которые в ТикТоке сейчас, они будут через 2 месяца в Ютубе. Возможно, так оно и есть, посмотрим сейчас. Если здесь есть новые тренды, будет прикольно. Ляна, ой, я. Почему мою стрёмную фотку выбрали? В целом, рекомендую все, что я вижу в ТикТоке. Ну, типа, около ТикТоковской темы, но это смотрится залипавно. Я не знаю, на что реагировать. Это все просто смотрится так мило, типа, я хочу просто посмотреть. Ладно. Вот типа смешное, забавное что-то. Мне кажется, потому что очень много сейчас авторов появилось. Типа выпускают нормальный контент с сэром. Привет, пирожочки. Вот новое видео. Спасибо за такой актив. Давайте наберем 8 лайков. Приятного просмотра. Есть какой-то кринж шортс? Есть что-то кринжовое? Ну это видео с ТикТока, кстати, переложила. Что это? Кирби! Я всегда боюсь стать вот таким вот тиктокером, если честно. Мне кажется, я постепенно становлюсь им. Опять он.
ладно. Хотя бы мы знаем, что в шорцах тоже есть кринж, это уже хорошо. И почему-то мне кринж интереснее смотреть, типа, обычные видосы. А мне вот интересно, у вас тоже в ТикТоке, типа, подборка видосов, только кринж? Я, типа, я только в ТикТоке смотрю кринжатину всякую. Все, я смотрю сейчас. Короче, шорты кринжовые тоже интересно, но what the fuck? Это чересчур как-то кринжово, даже смотреть не хочется уже. О, это я. Понятно. Красная мелодия. Полина. Видосов почему-то смеяться всегда хочется. Как будто мы умерли. Почему? Мне какой-то контент показывают для взрослых. Дайте мне, пожалуйста, какой-то молодой. Вот. Другое дело. Спасибо большое. Очень интересный какой-то качественный контент. Мультики какие-то мне показывают. А это я куда-то очень странный уже попал в шорт. Ладно, хорошо, дальше. Что за контент? Чего? 300 тысяч лайков, что? С ума сошли, что ли? Лучше бы я этого не видел. Кринж шортс. Может, русскоязычные другие? Этим утром я стал зеброй. На обед я съел лапшички современной. А на вечер я съедал попкорн тарелкой. Подпишись. Чего? Даже в лайке такого нет. Что это? Так, а тут уже что-то интересное. Нарисованную колу? Так, понятно, этот чувак немножко, ну, как бы... Чё? Что? А вот рвотный влепел. Я даже сначала не понял. Обзор кухни какой-то, боже. Кола в Охайо. Чё это? Что? Это прям профессиональный чё-то снято. Это не ТикТок просто, типа. И не шортс, даже. Что? Я хочу такой контент снимать, это так круто. Ну неплохо, согласитесь, напишите в комментариях. Классно, качественно так, со смыслом. Тампонами швыряется. Тоже неплохо. Хорошие мне видосы в шортах, такие добрые, с котятами. 2 делить на 3. Многие скажут, не делится. Ну а кто-то полезет в калькулятор и попробует поделить. Получается, смотрите, 0,666. Спасибо. Ой. Залипчить. У меня сегодня целый день. Джей. Я сегодня целый день ТикТок смотрю. Почему? Наверное, 100 шортов уже пролистало, они все такие нормальные, просто обычные. Это вот кошка под дабстепом. Подивили вот так. Мне слишком нормально все, не смешное. Ну вот кому-то смешные такие видосы, типа ха-ха-ха, пушки, да все вот это вот. А мне смешно, котик под дабстепом. Боже мой. Что за игра? Что это вообще такое? Веном залазит домой к этой женщине, крадет ее за шкирку.
И полетел. Он просто летает нормально все. О боже мой, где моя девушка? Это круче, чем Help Me. Начинает флексить. Так, Спайдермен спешит на помощь. Это круче, чем сериалы в лайке. Тут хотя бы 3D-анимация под это все. О боже мой, тут еще. Вау. Ого. Ничего себе. О, битвы. О, это да? Что? Это я понимаю, конечно. Да. О боже мой, я же умею летать, точно. А, нет, я умер. О, я тебя спас. И давай тебя целовать в сиськи. Лайки. Суперский контент. 310 тысяч лайков. 310. Вы что, с ума сошли? Ты бы ударил за 10 триллионов долларов. У меня такая же мысль. Боже, как все и плохо. Ну это 10 триллионов. Ну здрасте, это дофига. Скажите, что вы еще бы. Нет. Вы просто не знаете тогда, что такое деньги. Шампанское, что спрятали. Опа, шампусик. Гоф бутылочку. О боже, это аватария. Научилась целоваться как профи. Я тут тренировалась не на помидорах. Сериалы в аватарии просто вау. Я немножко даже соскучился по аватарии. Я не знаю, там что больше снимать, так что все. Тема закрыта. Социальная какая-то штука. Почему Спайдермен карлик? Что вообще происходит? Что? Что за фигня? Что? Он начинает дрифтить с ними на капоте. А тут старший брат подъехал. А у него всего лишь бита в руках, да. А так, да, вот это втащил. Еще и забрал его девушку. Кто это придумывает? Это просто гении какие-то. Папа и мама из Poppy Playtime. Rainbow Friends. Или Poppy Playtime, я уже все путаю. Подарок подарил. О боже мой. Пырнула. Блин, было бы смешно, если бы он... Умер. Какие они трендовые. Ой, ти боже. Ага. Понятненько. Почему у нее брови так нарисованы? Я сначала не понял, думал, это она красит брови или это реально уже готовый вариант, такие с блеском. Блин, мы с ней похожи. Я тоже сейчас красно сижу, боже. Сестра. Ой, пойду удалю мех. Пока муж не понял. Что? Всю ночь во сне не барсика гладил. На какую сторону шортов я попал, я не понял. Что-то на очень-очень-очень кринжовом. Это чья-то мама. Чтобы вы понимали просто. Это что за аппарат такой, а? Моя фантазия вышла чья-то, что это такое вообще. Когда узнал, что твои родители ищут тебя уже 8 лет, а ты замурован в стенах дома. Так, тут немножко грибово стало, еще звук такой, вы чего? Как бы мы ни ругались, все равно миримся. Пов, когда тебе за 50, я не знаю. Почему это вообще у меня сейчас рекомендация? Это я в 50, если бы насмотрелся вот этих вот скетчей звезда, как кто-то расстоял с подгрустную музыку. Мне теперь интересно, что будет за концовка. О боже, он пошел обратно, она посмотрела назад, и она тоже бежит. Да, это не слово, когда вот так вот бегут друг на дружку. За бутылкой побежал. Может стать с тобой, видишь. Все, хватит. Твою мать. Вещи из СССР, которые невозможно забыть. О, книжка, у меня такой был. Открывашка, у меня тоже такая была. Телевизор, боже, это какой-то вообще, боже мой. И вот это, боже мой, очень страшно. Шило, я до сих пор не понимаю, зачем. Кипятильник был. Прям все один в один, счеты деревянные такие же были. Радиоприемник. Так странно, что у многих были одинаковые вещи, это капец. Как будто мы все жили в одной семье какой-то. В общем, вот такой вот шорт, советую вам тоже попробовать посидеть, мне интересно. У одного у меня подобная рекомендация или у вас тоже? Подписывайтесь на мой новый канал, там, где я выкладываю шорты. Всем удачки, всем пока. Пишите в комментариях, как вам ролик, как вам шорты, как вам все. Всем удачки, всем пока. Пока.